Сегодня, 22 апреля, должно было состояться общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России. Внести изменения в основной закон предложил президент Владимир Путин, но из-за пандемии коронавируса голосование перенесли. Тем не менее, изменение Конституции остается одной из самых обсуждаемых тем. Так, например, одна из поправок предлагает закрепить за русским языком статус языка государствообразующего народа. Поправки в Конституцию на самом деле уже давно созрели, и нужно было решиться на этот шаг. Да? Последняя Конституция у нас принималась в 1993 году, и уже много времени прошло с тех пор. Я думаю, что если не сейчас, то никогда. То есть сейчас самый момент для того, чтобы внести эти поправки в Конституцию. Одно из важнейших поправок. Считаю поправку о русском языке. Это очень важный шаг на самом деле. И эта поправка как раз позволит защитить и русский язык.